Ключевой особенностью Ulefone Gemini является камера с двумя модулями. Основным 13-мегапиксельным и дополнительным с разрешением 5 мегапикселей для съемки с эффектом bokeh. Компания решила доказать, что смартфон отличается не только качественной камерой, но и высокой производительностью. Для этого Ulefone выпустила видео, на котором продемонстрировала результаты тестирования устройства в популярных бенчмарках, а также сконцентрировала внимание на общей скорости работы, плавности интерфейса, системы и игровой производительности. Примечательно, что в Antutu смартфон набрал более 40 тысяч очков, а Geekbench 4.0 набрал 653 балла в режиме одного ядра. Технические характеристики Ulefone Gemini. 5,5-дюймовый экран с разрешением Full HD, стекло Gorilla Glass 3, 4-ядерный процессор MediaTek MT6737T с тактовой частотой 1,5 ГГц, 3 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ встроенной памяти, основная камера с разрешением 13 Мп и апертурой f2.0, дополнительная камера с разрешением 5 Мп с интерполяцией, фронтальная камера с разрешением 8 Мп, аккумулятор Sony емкостью 3250 мАч, габариты устройства 154,5 мм по высоте, 76,8 по ширине и 9,1 мм толщина. Вес устройства 185 граммов. Ось Android 6.0 Marshmallow. Понравилось видео? Ставь палец вверх и подписывайся на канал.